В Жанакурганском районе Кызылординской области сдано в эксплуатацию новое здание школы на 300 мест. Таким образом, удалось решить наболевший вопрос местных жителей. Ранее дети посещали другие школы районного центра. На занятия им из дома приходилось выезжать за 2 часа, чтобы успеть к первым урокам. Особенно тяжело было зимой. Кроме того, в этом году в районе планируется ввести в эксплуатацию еще 4 организации образования. Дом школьников, школу искусств и 2 учебных заведения. В селе Байкенже скоро сдадим в эксплуатацию школу на 150 мест. По проекту «Комфортная школа» также в районе строится 2 учебных заведения. Одно из них на 600 мест. В следующем году в школу пойдут дети.